не так-то уж легко оказалось это все. Друзья, находимся на Канарских островах. Вот на этих велосипедах катаемся. По правде говоря, когда я выезжал, думал, о, велосипеды, сейчас мы покатаемся, пару городов объедем соседних наших. Но крутили мы эти педали, крутили и докрутились до того, что уже не то, что пару городов не можем, вот, буквально вон до туда дойти не можем, сейчас сидим. Ужасно просто, уже ехать уже не можем, вот на самом деле ужасно. Идем пешком, то есть получается, идем пешком и еще велосипеды с собой тащим. Вот такая вот велосипедная прогулочка называется. Ну ничего, будем теперь знать, это у нас вообще первый как бы день. То есть еще, как сказать, еще ни одной тренировки не было, поэтому с непривычки так получилось. Но я надеюсь, мы сейчас после этого первого выезда чуть-чуть уже приобщимся к этому делу. И пока у нас такая возможность есть, будем ездить на этих велосипедах, изучать какие-то местные достопримечательности. Естественно, когда на велосипеде, на самом деле, не, с одной стороны удобно, потому что быстрее. А с другой стороны, как я сейчас говорил, только что приходится велосипед таскать. Но это, я надеюсь, из-за того, что мы сейчас устали. А вообще в самом городе, в каком-то месте абсолютно неудобно. Ты как-то раз по-быстрому проезжаешь. Когда пешком идешь, нормально, ты идешь, там смотришь, заглядываешь, все рассматриваешь. А тут немного быстрее. Мне понравилось. Вот, но все равно по кайфу, да, оригинально на велосипедах. Вот такие дела. Сейчас делаем передышечку. Отдохнем и будем двигаться дальше. Пока все, смотрите Анзор ТВ. Едем в Голливуд, солнечную Калифорнию.